Дорогие друзья, дорогие слушающие это слово, сегодня хочу говорить об удивительной связи между Ветхим и Новым Заветом. Да, эта связь, она была, потому что написана одним Духом Святым, так и написано в Писании. И вот когда сравниваешь те картины Ветхого Завета, так со всем, что произошло во время Иисуса Христа, начинаешь лучше, больше понимать весь смысл того, что случилось, когда Христос пришел на землю. Умер, как Агнец Божий, за весь этот мир и открыл нам возможность заходить в самое святое, иметь общение с самим Богом. Вот это я прочитаю к Евреям 10 главе с 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он, то есть Иисус Христос, открыл вновь нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Вы знаете, вот что здесь написано, легче понять, когда мы знаем, как была построена скиния собрания в Ветхом Завете. Вы знаете, ведь туда приезжали евреи или приходили издали и приходили, чтобы исповедать свои грехи, получить прощение грехов. Да, они приносили овечку, другое животное, чтобы войти туда в двор, где приносилась жертва за грехи. Если кто-то принес овечку, да, он уложил свою руку на голову, он признавал свои грехи перед Богом. Да, овечки, так сказать, выпускалась кровь, эта кровь, она заносилась потом в само святое туда, и, так сказать, на ей окропляли вот тот жертвенник курения, и потом выходил священник, жертву сжигали. Интересно, потом, так сказать, священник омывал свои руки, заходил дальше, и вот здесь, где был жертвенник курения, то есть молитвы, то есть светильник стоял, так сказать, да, где Божий свет был, вот именно вот такой вот, как свет Духа Святого в Новом Завете, там стоял стол с хлебами, преломлениями, с вином, то есть там Слово Божие, все это вот здесь находилось, и потом была завеса, завеса очень крепкая, завеса 9 сантиметров толстая, в нее, только через нее один раз в год мог заходить священник в святое святых. И там, где святое святых, там был трон благодати, если его откроешь, там внутри были скрижали, на которых был закон Господний, там были такие чаши, в которых была мана Господня, и потом, так сказать, был также посох Аарона, который в свое время зацвел. Интересно, вот эти три момента, то есть закон, можно сказать, что Бог, так сказать, потом мана, то, что мы каждый день потребляем Иисус Христос, ибо Он есть хлеб жизни, и там же вот зацветший этот сухой посох Аарона, так сказать, который говорит, что Дух Святой может оживить мертвое, Дух Святой, триединство Божие, Бог, Иисус и Дух Святой, вот здесь, в это святое святых, куда мог заходить только один раз священник, год первого священника, так сказать, мы имеем теперь возможность, здесь сказано завеса, вот через завесу она порвалась в тот день, разодралась на две части, когда Христос, так сказать, умер на кресте, я прочитаю это от Матфея, 27 глава, 50 по 51 стих. Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеклись. Да, вот это произошло, она разодралась со смертью Иисуса. Поэтому сказано здесь, что через плоть Его мы заходим через эту завесу, которая теперь уже нет, она разодрана в святое святых, где была слава Господня. Я прочитаю еще из Исхода, 40 глава, с 33 стиха. «И поставил двор вокруг скинии жертвенника, повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело, и покрыло облако скинию собрания. И слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». То есть там была слава Господня вот у народа израильского. Тогда, когда прощался грех, когда священник заходил туда, так сказать, то тогда было, ну, как прощение людям. Да, вот так оно было показано символически. А теперь Иисус умирает за нас вместо овечки.
Он Агнец Божий. И Он, так сказать, через Его кровь мы можем заходить сами туда, в святое святых. Но как заходить туда? Это так дорого, Он говорит здесь. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Вот так мы можем заходить, когда мы верим в Иисуса Христа, действительно, что Он и для нас умер, когда Его кровь, она окропила наши сердца, когда у нас омыто тело, то есть мы крещение приняли, и вот мы заходим сюда, там, где только священник может заходить один раз в год, первосвященник, туда мы можем заходить, там, где слава Господня. Теперь мы можем этой славой Господней, так сказать, наполняться, иметь общение с Ним, да, через смерть Иисуса Христа. Вот это вот дерзновение иметь входить, то есть да, мы входим, потому что Иисус этого хотел, Он за нас умер. Да будем входить с дерзновением в самое святое, да поможет нам Господь в этом. Аминь.